Конечно же, хочу поздравить нашу команду, болельщиков с победой. Конечно же, после таких игр, как с «Динамо», с «Ингульцом», тяжело было нам психологически, потому что вроде и ничьи, но результата не было как бы положительно. Поэтому мы очень сильно настраивались на эту игру, только на победу. Наши тренеры нас настраивали только на позитивный результат, на хорошую игру. И самое главное, на настрой. Швидких два голи, в принципі, і потім під кінець якось так на додаткових першому таймі пропустили, да? Як так? Не дотримали це чи як? Ну, наверное, немножко, мені кажется, чуть подрослабились під кінець першого тайму. При счете 2-0 концентрацію потеряли і нам забили м'яч. Ну, в перерыве нам уже тренер указал на ошибки, сказал, что так нельзя, как бы надо доигрывать до конца и быть внимательными. И мы вышли на второй тайм заряженные, как бы и все привело к голам. Ну, были моменты, что можно было и пятый, и шестый забивать. Ну, вы знаете, можно, все можно. Хотелось больше, но получилось так, как получилось.